Пять мужчин, четверо из которых иностранные граждане, подозреваются в том, что днем 2 февраля 2024 года, действуя по предварительному сговору, они насильно поместили двоих потерпевших в автомобиль возле торгового центра на улице Первая Рабочая в микрорайоне Угловое города Артема, увезли в лесной массив на территории Надеждинского района, избивали и требовали передачи денежных средств. В результате родственник одного из потерпевших перевел похитителям 150 тысяч рублей, после чего их отпустили. Предварительно установлено, что поводом к совершению преступления могли стать финансовые разногласия относительно стоимости и качества подрядных работ, которые выполнили потерпевшие. С учетом позиции прокурора суд заключил двух подозреваемых под стражу на 1 месяц 29 суток. В ближайшее время представитель прокурора примет участие в рассмотрении ходатайства о заключении под стражу еще 3 фигурантов. Ход и результаты расследования уголовного дела по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц из корыстных побуждений» находится на контроле в надзорном ведомстве. Оперативное сопровождение по уголовному делу обеспечено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.